Привет, друзья, ставим лайк и поехали. Виктория Толстоганова показала поклонникам свою подросшую дочь Варвару. Еще совсем недавно Варя была милым ребенком, а сегодня 13-летняя девочка поражает своей красотой. Пока она ходит в обычную школу, но профессионалы в области моды предрекают ей блистательную карьеру на мировых модельных подиумах. Надо отметить, что у Варвары уже был подобный опыт. Она участвовала в показах модных коллекций детской одежды. Актриса и ее дочь снялись в изысканной фотосессии, результаты которой Толстоганова опубликовала в своем инстаграме. Виктория и Варвара позировали в белоснежных одеждах и утонченном макияже на лицах. Семейство кошачьих оригинально подписала актриса снимки. Ее фолловеры тут же отметили, что Варя стала еще больше похожей на свою знаменитую маму. Однажды Виктория призналась, что ей есть чему поучиться у своей дочери. К примеру, Варя легко прощает обиды и умеет договариваться с людьми. К тому же девочка уже может предъявить миру свои незаурядные способности. Она настолько увлеклась танцами, что актриса отдала ее в профессиональную танцевальную студию. К своему увлечению Варвара относится очень ответственно и не позволяет себе пропускать занятия или опаздывать. К тому же дисциплинированной Варе, как старшей дочери, нередко приходится присматривать за своими младшими братишками. И эту обязанность она исполняет с удовольствием. Напомним, что у Виктории Толстогановой трое детей. Варвара появилась на свет в браке актрисы с Андреем Кузичевым. В этом браке родился и сын Виктории Федор. Кроме того, Толстоганова и ее нынешний супруг, актер и режиссер Алексей Агранович, воспитывают их общего сына Ивана. Актриса отмечает, что дети пока не планируют идти по стопам своих родителей. Ваня, конечно, говорит, что будет режиссером, как папа. Но точно так же он говорит, что будет футболистом и космонавтом. Он у нас переменчивый парень. Моя Варвара вообще к профессии мамы относится даже как-то свысока. И, возможно, это правильно. Конечно, дети какие-то фильмы с моим участием смотрели. Но у нас нет этого актерского культа в семье, сказала Виктория в одном из своих интервью. Друзья, а вам тоже показалось, что актриса и ее дочь, ну, очень похожи? Напишите нам в комментариях. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Новости в мире», странички в Инстаграм и Фейсбук, ссылки в описании.